Всем привет! В этом курсе я расскажу, как создавать сложную одежду для ваших персонажей в Marvelous Designer. Мы экспортируем персонажей из 3D Max в Marvelous Designer, затем создадим выкройки для одежды. И создадим 3 предмета за 1 час. И еще мы сделаем материалы для этого. В Marvelous Designer мы не только создадим одежду, но и текстурируем ее. Затем мы импортируем все в 3D Max и настроим материалы и модели для финального рендера. Итак, давайте начнем.